Знакомьтесь, это Джулиан. Ему где-то 40-45, он одиноко бредет по жизни, и у него кризис. Джулиан киллер. Киллер на пенсии. И ему очень нужен друг. Твоей мамой заинтересуюсь, если она избавится от лишних 10 килограммов и 30 лет. Спасибо. Как знаете. Да, знаю. Пока. Пока. Надеюсь, навсегда. Бывай. Вали и не воняй. А теперь познакомьтесь с Дэнни. Успешный бизнесмен, примерный семьянин, весь такой хороший и правильный, и которому хронически не везет. Последние несколько лет были очень тяжелые. Я 9 лет проработал в этой денверской компании. И вдруг ни с того ни с сего решили меня уволить. Ну и как эти двое могли познакомиться? И ведь познакомились, и даже подружились. Невероятно, ты меня до смерти напугал. Но ведь понравилось, понравилось. Я уж подумал, все по-настоящему. Неужели ты решил, что я пырну ножом совершенно незнакомого человека? Не знаю. Ни с того ни с сего. Да, подумал. Я же не псих. Невероятный актерский дуэт. Пирс Броснан и Грег Киннер. Комедия «Матадор». Вечером в пятницу на телеканале «Самара ГИС».